Итак, дорогие друзья, ну что ж, всем привет! Я сейчас нахожусь на основном аккаунте, на аккаунте Холдик. И у меня, посмотрите сюда, сквик, фуловый, 0 кубков, 10 левел. Ой, мама, как сейчас будут вылетать плюхи. Просто посмотрите на этого бравлера. Я уже в предвкушении, какой будет на него скин. Мне очень интересно. Со мной в напарниках, ребятки, на данный момент ДДНЛ и Петя ММА, друзья. В описании я оставлю ссылочки, обязательно поддерживаем. Там, что у одного, что у другого, осталось добить чуть-чуть подписчиков, и все будет круто. Пете до миллиона, ДДНЛу до 10 тысяч. Я, кстати, сейчас одного не понимаю, почему у тебя, мой дорогой друг, не стоит лайк. И почему у тебя кнопочка красная подписаться? Почему у тебя нету сквика? Потому что ты не участвуешь в конкурсе, поэтому участвуй в конкурсе, подписывайся на канал, залетай в инстаграм, пиши свой комментарий и участвуй в конкурсе. Короче, ребята, сейчас в этом видосе с нуля до 1000, а может даже до 35 ранга. Чем больше лайков, тем быстрее мы полетим. А в магазине код Aurum вводим и... Ну что, ребят, вы готовы? Не. Ну тогда до новых встреч, всем удачи и всем, друзья, пока-пока. Ну что ж, друзья, уже 500 трофеев на этом персонажике, мы немножко поиграли. В принципе, за полтора часа апнули 500 трофеев, я считаю, что это нормально. Это среднее, как бы, ну, то есть нормально. Еще где-то полтора часа уйдет на чтобы апнуть 750, не, меньше, где-то час. Ну и остальные уже по, не знаю, по возможности. Но персонаж не из легких. То есть, я думал, он по имбовей, но в целом тоже неплохо. Я что-то изначально думал, он реально бель хуже, но слизняк такой. В общем, пробуем дальше, едем дальше. Полетели. Итак, ребятки, уже 3 семерочки, апаемся мы 2,5 часа. В принципе, быстренько, если так дальше пойдет, то это будут самые быстрые 1000 кубков в моей жизни. Едем дальше, поехали. Итак, ребзики, смотрите, 850 кубчей уже у нас, новый ранг, и остается, не верю, 145 трофеев. За 3 часа мы подняли почти 900 кубков, я так быстро еще никогда не апался. Давайте посмотрим мировой топ, где у нас сквик. 27 место в мире, а в местном я 4 место. Папа Хелл сейчас на 3-м, Лал на 1-м, Драгон Айти на 2-м. Фух, так мы, смотрите, я недалеко, я могу сейчас на 2-е залететь. Все, летим, 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 надо догнать, обогнать и... сделать ветер. Так, ребят, хочу вам показать вот эту каточку. Счет 1-1, значит, у нас равные шансы. И, ну, неплохие сопернички. И у нас очень напряженный бой. Яка, походу, включил, когда нас прожали. Да, блин. А, неудачный дубль, ну ладно. Ну вот, пацанчики, на 900 плюс. Хотя мы, блин, я включил как раз на том моменте, когда мы вроде камбэкнули. И, как всегда, закон подлости на видос, конечно же. Ну, ладно. Едем дальше, 853. Итак, ребята, 1 секунда. И у нас, наконец-то, 900 трофеев. Уже как бы, Холдик, покажи катки, елки-палки. Так вот. Последние катки я всегда показываю. Я просто показываю, что я, если честно, хотел бросить эту идею еще когда на меня было 200 трофеев. Я что-то так сложно и впадлу было. Но остается всего 100 трофеев, и я точно дойду до косаря. Смотри, Ванчо, стоп, выбил. Стоп, да. Только что, да? Красавчик. На тебя, да, на тебя, блин. Так, крутя. Проверяю лайк, подписка, и погнали к финалу. Именно 950 кубка уже на аккаунте. Осталось 50 трофеев, и, друзья, долгожданный сквик на 30 ранге будет сидеть, стоять. А что на 35-м, на 30 ранге делает? Поехали в бой. Ну что, время показать каточки. Нам осталось ровно 3 поединка, и этот сопляк будет на 1000 кубков. Я про ДДНЛа. Поехали в бой, друзья. Я очень надеюсь, что у нас все получится, и никто не заруинит катку. А возможно, даже кто-то нам и снайпанется. Кстати, снайпится вообще плохо сейчас. Все забыли, что такое снайп. И как бы ладно. О, кстати, сейчас рандомчик или снайп, потому что, видите, подборчик сейчас 5 из 6. Друзья, давайте дружить, поехали в бой. О, это, кстати, нормальный сильный пик.
Сейчас я вам покажу. Давайте пару слов о персонаже. Персонаж скользкий, липкий, мифический. Вот так. Отлично, отдаю. Не, на самом деле персонаж, поначалу мне вообще говорили, что он не имба, чисто сбалансированный и так далее. Но я на нем поиграл, и знаете, в определенных картах он, короче, ну нормально так, он как, не знаю, как тик какой-то закидывает, блин, заспамливает вот это все. И не пройти, не проехать, не заехать, не отъехать. А отъехать больше получалось у меня, чем... Вот, и короче, ну как бы... Потом еще ДДНЛ с нами играет. Петя решил взять мидера, потому что вы этот кринж не видели. Давай, ты мне тут не лечи. Сам, блин, смотри, как отыгрываешь. Как говорил Привяк, да я лучше тебе играю. Смотри, смотрите, ребята, куда летит вот эта сопель через полкарты. Постараюсь ни по кому не попасть. О! Причем у меня это всегда получается, и стараться не надо. Короче, это катка наша, и нам остается две игры. Блин, друзья, я не верю, ровно две катки, 12 трофеев, и ровно 1000 кубков будет. Уф! И все. Хотя, если твой лайк будет 100-тысячным, то благодаря тебе я буду апать 35-й ранг. Так что, братик, ставь 100 тысяч лайков, и я буду апать до утра 35-й ранг в соло ШД. Да ладно. Шо? Не снайпили и Сэнди. Это не снайп, алло. Сэнди только что сливал, крутился на меду. Алло! Она крутилась, чтоб ты подошел, а она тебя... На-на! Смотри, видишь? Ну, а скажите вы что-то по персонажу. Вот как вам персонаж? Мне прикнулся, молчим такие последних слов. Так, что еще? Да блин, давай мы отыграем, например, нет? Не думал? Так ты же говоришь, что отдают. А, мы проигрываем, все, понял. Собрался, все. Ошибся, собрался, разобрался. Я передумал. Петя вообще просто мужик. Я бы сказал, что он хорош, но если к нему подобраться, то могут быть проблемы. А так он заспамить люто можно. Если... Проблемы у того, кто подберется, или... Ну, не... типа, знаешь, Мортися, Карл. А, ну да. Там взрываются вот эти штуки не быстро. Но он как тик. Тоже кидает, да. И тоже как-то минки еще какое-то время надо сдалека. Да, если пик контроль не будет, то он закошмарит. А где Джин? Там вот тут сидит. И куда? Да. Фу, не, ё-моё. Без... А, он промазал, все. Я чуть не наложил. Сэнди делает вид, что отдаю. Да, говорит. Да, Сэнди, блин, вначале слилась, все, после этого не крутилась. Просто играла, не знаю, странный тип. Так, ну что, мы выиграли эту катку. Ребята, и остается последние 6 трофеев. 3, 2, 1. И сюда загоните, пожалуйста, мои кубки. К слову, так, одна катка была, где ты кубки. Так, ну, питерский фанк, если что, спасибо, ты залетел в сильную тиму. Нам, боже, 6 трофеев, боже, я не верю, нас кто-то насапит сейчас контроль. Просто чекайте. Ребята, я хочу, чтобы все в этот момент просто поставили лайк и подписались на канал. После этого я буду скриниться с вами, пожалуйста. На Петю подпишитесь, на Диму, пожалуйста, поддержите их тоже, перейдите, если вам не сложно. И, да, погнали. Серьезно? Это... Ну, конечно. А, ну да, роза. Ну, типа роза, кольт. Ну, тогда что, я хочу поздравить этого сопляка, что его не выгнали и не заменили ростиком. Ура! Ура! Ой, не, на самом деле... Ай, ребят, на самом деле я хотел еще... реально закончить пуш на 300 трофеях, когда мы на 100 кубков играли как-то потненько, и как-то вообще их, у меня сил не было, и людей не было, онлайна не было, потому что, не знаю, как-то, ну, то есть рано начал, то ли школа, то ли еще что-то, ну, не суть, и мне как-то впадлу было, а потом я кофейку бахнул, там, 500, 600, 700, 800, 900, и вот она последняя, куда ты, алло? Ну все, я так и знал. Ну сейчас, давай. Сейчас. На. Что ты на это скажешь, да? Вот так. Все, улетаем.
Придет крутиться, будет типа довольно. Да, да, я крутилась. Да. Блин, жалко, что стены не взрываются от сквика. Итак, 5... Охренеть, бабу. Ребятки, остается бой окончен! 1000 кубков! Спасибо, Давид, спасибо, Егор, спасибо, Дрцес. Дрцес. Тихо, опля! Так... Ровно 1000. Да ты шо, ну вообще, ну капец, ну как можно не кайфануть вообще, ляуэй ты. Смотрим список лидеров, ну там понятно, я не лидер никакой. Третье место, неплохо. Если одну катку сыграю, буду второе там, да. Ну мне это не надо, потому что вообще пофиг. Я не хотел ни первым, ни топ-1, я просто хотел 1000. Во-первых, давно не стримил, во-вторых... Ну, у меня традиция такая, под каждого нового бравлера поиграть, потому что без новых бойцов я вообще сейчас редко стримлю и кого-либо апаю, поэтому для меня это было поводом выйти в эфир и с вами пообщаться и провести это время вместе. В общем, спасибо ДДНЛу, спасибо Пете огромнейшее. В описании ссылочки будут, поддерживайте их обязательно подпиской, им там чуть-чуть осталось тоже к цели. Вот, ну и что я хочу сказать? Я хочу сказать всем пока. Ha, ha, ha.